Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и тут у нас Bluebo Edge позаботится о здоровье пользователя. Компания Bluebo продолжает подогревать интерес пользователей, раскрывая новые подробности относительно предстоящего смартфона Bluebo Edge. Производитель сообщает, что новинка обзаведется датчиком сердечного ритма. По мнению разработчиков, такое дополнение по достоинству оценят те, люди, которые привержены к здоровому образу жизни или любителям активного отдыха. Специалисты полагают, что возможность мониторинга сердечных сокращений в режиме реального времени заметно упростит жизнь пользователей, которые имеют некоторые проблемы или нарушения в работе сердца. Датчик сердечного ритма разместили рядом со светодиодной вспышкой на задней панели смартфона. Благодаря этому пользователь в любое время и при любых обстоятельствах сможет получить доступ к информации касательно ритма, частоты и последовательности сокращений сердца. В случае, если полученные данные будут далеки от нормы синусового ритма, то пользователю будет предложено отдохнуть, восстановить силы и на некоторое время воздержаться от активной деятельности. Разработчики компании Bluebo сообщают о розыгрыше ценных призов в официальной сети ВКонтакте, где любой желающий может побороться за право стать обладателем одного из двух недавно представленных смартфонов Bluebo Picasso и Bluebo Mini. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо вступить в группу до 11 ноября, сделать репост записи о розыгрыше с одной из предложенных фраз и проголосовать за понравившийся смартфон. Всего заявлено 3 призовых места, а победители будут выбраны случайным образом. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.